Ну вот так мы вчера приехали после хорошего оффроуда. Машина должна выглядеть правильно, да? Попытка. Всем привет. Попытка достать колесо. А ну пробуй, она была сдавлена вчера. Ох, аны бабай. Так, стой, хорошо. Почти получилось. Все это. Не-не-не-не-не. Я его ж направил. Направил на выкатывание. Теперь толкай его, чтобы оно выпало. Вот так, да. Ага. Выпало. Ну все, да. Выходи теперь. Тут будем вынимать. У вас без колеса вот так пока у нас стоит. Сейчас повезем в монтаж. Пригнали мечту. Без мечты никуда. Я думаю, сейчас отвезем. Основная сложность, давайте покажу, это завальцованный край. То есть это надо аккуратно все развальцевать, потом разбортировать, заклеить, потом обратно все сделать в обратном порядке. Вот такая ситуация. Слышишь? Так, мы на месте. В этом всемирно известном шиномонтаже. Там видел 1 800 000 просмотров. На вот БТР. Мы на месте. Ну БТР. Да, на БТРах, да. И блин, какой у вас свет тут стал, вот слышишь? Где? Может не сильно, но... Это вчера что-то... Ну на что вот это такое можно наехать, чтобы... Где там эта дырка большая? Ну короче, непонятно. И так остановились, что увидели сразу. Ну понял, порез. И сразу вон он, вот он. Ну да, на что-то наехал, да, получается? На качаем побрызгаем, да? Давай. Так, качаем сейчас. Ну тут самый, да, вон оно тут шарашит. Да, порез четкий такой. Он выкрутил. Тут подготовка серьезная идет. Ты видишь? Ну там, где шнуры, надо по-любому латки побросать. Я не знаю, как оно выдержит. Мне неспокойно на душе. Когда да не бойся, тебя далеко не отбросит. Максимум до стены вот этой. Не, да хорошо, чтобы не за стену. Там мотосалон. А, в мотосалон, чтобы не, сразу не в мотоциклисты не записаться. Слышь, такой запах, запах мыла пошел приятный, вкусный. Смесь мыла и земли. А, смесь мыла, да, ремонтный. Слышишь, ну там основное. Давай покажем, где, где там течет. А, ты помыть все хочешь, да? Да, давно я у вас не был. А не очень начинаешь, очень. Легче стало, да? Вот она дыра, блин. Прорезал, да? Блин, порез. Она вообще как-то по правую сторону выедает. Да не, ну то износ машины немножко, наверное. Не, просто похоже на вот эти порезы, похожие на тот разрез. Здесь по левому вот этот протектор. А ну-ка, смотри. А здесь по всему выедает. Смотри. Что, покажи. Ну вот у тебя вот разрез. Ну да, это уже. Что это? Сейчас увидишь. Да нет. Да то ерунда, то мы. Видишь, вот оно лезет. Не, оно лезет, оно просто лезет. Да то мелкое. То мы герметик потом зальем. Главное вот это ликвидировать. Ну попро там по этому, наверное, по. Да, это резануло все. Сразу через слои, да? Второй мел давай. Так а что это? Это же не дырки. Это травит у тебя там. Вот, оно вспенивалось. Вот, смотри. Вот оно постоит сейчас, увидишь, вот будет вот такое. Мелкое-мелкое. То как бы не критично. Ну, не, ну, знаешь, такое волосатое колесо. Вот. Сейчас я буду держать, чтобы не спускало. Там, а, ну шнуры-то видно где, да, дырки? Кстати, шнуры не травят. Изнутри не травят, да?
Это вот так вот нарисуем. Похоже на женский орган. Так, спокойно. Ну я ж не матюхаюсь, я знаю, что я в эфире. Похоже, да. Похоже. Ну, крути похоже. Дальше. Прокрути. Это уже забрызгать, все его забрызгать. А уже давление, наверное, еще есть чуть-чуть. Да. Да нет, то с этого, то с диска, наверное. Нет, диск вот. Вот это здесь. Короче, надо большую крепкую латку. Надо очень большую латку. Блин, шнурки хоть бы шо, вообще. Идеально, да? Вот, ну, а ну они, видишь, за... нам они на клею и ладно, залипли. Ладно, держишь. Шнурки не трогаем, да? А лучше потрогать. Там уже закончился. Закончился воздух в колесе. Дует еще? Ну, в принципе, вот такую ну, та... это, блин, это надо. Это дыра основная, короче. Или 135-ю, это надо такой длинный пластик. Ну, дорогой. Длинный надо, да. В общем. На балансировку не будем бросать, посмотрим. На балансировку сколько? 60? 6. Нельзя? 6. Блин, ох, только 45. Что, серьезно? До 45, да? Ну, это да. Ладно, потом купите. Следующую на 66 покупайте. На 70, да? Чтоб запас. Ну, конечно. Да, вот оно. Я сейчас приезжал бы, я бы специально для тебя. Слышь, а что-то ж такое лежало, чтоб так, блин, пропороть. Вот это комбайнерское колесо. Да нет, крас-лаптежник. Крас-лаптежник. Да, такое оно гигантское. Когда оно на машине, кажется, ну как-то уже глаз привык, понял? А когда его снимаешь, начинаешь катить, оно сразу нереальных размеров, понимаешь? Ты в машину полегче, ты знаешь, табуретку или с прыжка. Не, ну так, растяжка. Крепатура после вчера, лазил туда-сюда целый день. Вчера ударили сильно, где-то на камере есть. Сейчас, если найду, покажу сразу. Это там 100% рубанули. Так, в общем, как вариант еще камеру вставить запасной. Ну, пока так. Все, пока, пацаны. Вы тут будете? Телевизор, что-то у вас какая-то передача такая интересная. Синий экран. Начало видели? Начало. Нет, наконец хороший. Да. Называется 40... Европейское телевидение. Все, пока, мне надо ехать. Дверь у нас тоже под цвет вашего экрана. Так, это кто не видел подарок от Бородача, смотрите, инструмент. Все тут вообще, можно починить любую машину практически. В общем, подписывайтесь, делитесь. Будем чинить, покажу потом, что получится. До встречи.